Привет, вы на канале FrontCam, меня зовут Илья. Сегодня у нас на установке Peugeot 308, на которой мы установим головное устройство, камеру заднего вида и видеорегистратор. Peugeot 308, магнитола Litran, давайте немного о ней. Обладает 8-дюймовым экраном. Сама магнитола устанавливается у нас через переходную рамку в автомобиль. Работает на 4-ядерном процессоре с частотой обновления 1,3 ГГц. При этом на борту у нас 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной. То есть, если вы собираетесь хранить на данном устройстве фильмы, музыку, ну и обязательно вы будете обновлять карты навигации, памяти вам просто с головой. Если же вдруг не хватит, то дополнительно мы выводим в бардачок разъемы под USB, куда вы можете подключить внешний носитель и забыть про эту проблему. Устройство работает у нас на Android 10 поколения, то есть через Play Market вы спокойно можете скачать все необходимые вам приложения. Также есть возможность выхода в интернет, то есть поддерживается, как, во-первых, Wi-Fi, то есть вы можете подключиться к вашему устройству, также и имеется слот под сим-карту с выходом в интернет с поддержкой сети 4G. Собственно, на общих характеристиках давайте закончим и перемещаемся в автомобиль. Друзья, собственно, вот таким рабочим столом встречает нас данная магнитола. Здесь мы, соответственно, видим Яндекс.Навигатор. Давайте, кстати, сейчас сразу подключусь при вас по Wi-Fi через свое устройство, через свой телефон. Как раз проверим, что все работает. Заходим в настройки, сеть, Wi-Fi, открываем доступ, находим, вводим пароль. Все, соответственно, подключено. Собственно, после того, как мы подключились уже, у нас прогрузилась карта, мы можем ей управлять непосредственно, не заходя в приложение, то есть, так скажем, в таком формате. К самому приложению мы немножечко попозже перейдем. Здесь у нас, соответственно, музыка, радио. Устройство подключено у нас через коншину, соответственно, есть синхронизация с рулем, также отображает открытые двери. Давайте, например, включим какую-нибудь песню. Она у нас включена. Как видите, все работает. Также, соответственно, и переключение треков. Собственно, работает. Аналогичная ситуация у нас как раз и с радио. Даже принять заморочки. 505. Есть. Ну и, соответственно, переключение волн, как вы видите, тоже через руль осуществляется, извините. Также можно переключать через само приложение путем тапа. Также, друзья, у нас здесь выведены на главный экран Bluetooth. Это в случае подключения по Bluetooth с вашим телефоном, допустим, вы можете также прослушивать здесь свои песни, набирать телефонные номера. Здесь у вас будет отображаться ваша контактная книга. Ну и прослушивание музыки тоже будет. Здесь будут показаны все сопряженные с вами устройства. Соответственно, настройки Bluetooth, где у вас будет написано имя устройства и пароль для подключения, для сопряжения устройства с вашим автомобилем, в данном случае магнитолой. Также на иконка настроек эквалайзера. Здесь у нас 15-полосный эквалайзер с тонкой настройкой звука. То есть низкие частоты, высокие частоты. Также вкладки звуковое поле, объемный звук, низкие тоны и бас-фильтр. Иконка в меню, к ней мы чуть позже перейдем. Настройки самой магнитолы, поделенные на пункты, связь устройства, где настройка дисплея, звука, GPS, памяти и так далее осуществляется. Общие настройки. Здесь у нас иконка заводских настроек, основные настройки, ну и, соответственно, системные, где вы можете, кстати, посмотреть информацию о данном устройстве. Здесь мы видим у нас Android 10 поколения, прошивка модуля связи, соответственно, процессор видим 4 гигабайта оперативки, 64 гигабайта у нас находится в хранилище. Версия Bluetooth, серийный номер устройства, код устройства. Также, соответственно, у нас есть иконка в правом нижнем углу, сам Яндекс.Навигатор, уже непосредственно в приложении. Работает у нас также по голосовому поиску.
Ташкентская 28. Пожалуйста, находит. Приложение Яндекс классическое, что и на телефоне. То есть, как видите, разницы никакой нету, что приложение на данном устройстве, что на телефоне с Android-системой. Это важно. Ну и, соответственно, иконка меню, друзья, где мы видим классическую менюшку Литранга. Здесь у нас есть автомобиль, ассистент, вынос дополнительной кнопки, если вам это необходимо, где можно ускорить, перейти в настройки, главный экран. Но мы ее обычно не используем. Видеосистема, где, кстати, на нем можно просматривать видео. Качество картинки очень хорошее, цвета передает четко. Голосовой помощник, галерея для фотографий, инструкция. Чем примечательно в магнитолах Litrang, здесь уже сразу предустановлена инструкция, она уже русифицированная, кстати, хорошо русифицирована. То есть, если у вас, например, возникает какой-то вопрос, вы можете спокойно, вот вы хотите узнать что-нибудь о радио. Вы нажимаете радио, у вас здесь все сразу описывается, что какая кнопка за что отвечает. Все прочитали, узнали, что вам необходимо. И, соответственно, множество пунктов. Здесь как основные, главный экран, по логотипу можно логотип поменять при включении устройства. Музыка, информация по ассистенту, по видео и так далее. Также карты, калькулятор. Музыка здесь у нас, соответственно, уже, которая будет находиться либо во флешке, либо на самом устройстве, уже на встроенную память скачанную. Яндекс.Музыка предустановлена, Яндекс.Навигатор. Иконка навигации, на которой вы можете запрограммировать другой навигатор, Navitel, например. Настройки. Настройки, как мы уже поняли, самого устройства. Настройка руля, проводник, радио, Shazam, эквалайзер, AUX. Bluetooth, рабочий CarLink, Google Chrome, DVR, Google, это как Google браузер, это как отдельно Google поисковик. Ну, соответственно, Play Market, через который вы будете скачивать все приложения. AirCam, Time Display, YouTube уже предустановлен. Давайте, кстати, проверим YouTube. Также у нас все находит. Все замечательно. В данной магнитоле имеется функция разделения экрана. То есть, например, вы смотрите YouTube, и вам необходим сейчас навигатор. Нажимаете на эту кнопочку, выбираете приложение, которое вам нужно. Например, здесь нету Яндекс.Навигатора. Заходим просто в меню,